Несмотря на то, что иркутяне не раз высказывались на сайте в поле зрения за то, чтобы отдать Ивано-Матрёнинской больнице недостроенную фабрику, которая как раз находится поблизости, детской клинической больнице для расширения площади передадут здание, которое находится по улице Советская, дом 132. Какие планы у чиновников на недостроенное здание картографической фабрики, пока непонятно. Обсуждалось, что в здание фабрики планируют собрать все областные министерства и ведомства, разбросанные по городу, а также построить двухуровневую парковку. Современные дети хотят учиться в современной школе, и я утвердительно говорю, необходимо строить новую школу номер 9 по улице Красноказачьей. Как вам наша идея? Писали школьники на почту в поле зрения в 2019 году. Современные чиновники хотят сидеть в современном здании. По всей видимости, будет ответом чиновников города иркутским школьникам.